сейчас Элиф играет с Машей. Всем привет, ребята! Сегодня Элиф играет с Машей. Маша прыгает в бассейн. Бассейн Барби. Да, и скатывается она еще. И скатывается. И что такое? Ну смотри, Маша, иди сюда. Разве так интересно? Бассейн пустой, воды нету, ничего нету. Так скучно, мне кажется. А вы как думаете? И правда скучно. Я предлагаю не просто наполнить бассейн водой, а сделать что-то интересненькое. Что? Может быть, мы наполним бассейн... Афишами! Правильно! Мои! Подожди, Маша. Давай сначала положим наши арбизы в бассейн, зальем их водой, подождем немного, а потом будем там играть. Да. Сколько нам нужно ждать? Что здесь написано? Нам нужно ждать 8 часов. 8 часов? Да. Думаю, к вечеру наш бассейн будет готов. Итак, наполняем. Маша пока посмотрит. Маша на горке будет сидеть или на шезлонге? На шезлонге. Так. Спокойно. Дайте мне. Конечно, надо высыпать. Интересно, сколько раз они увеличатся? Когда мы делали с тобой арбизы животных, очень большие стали, были крошечные. Там даже прозрачные есть. Разные есть? Да, и прозрачные. И прозрачные? Вот такие они маленькие. Очень маленькие. Очень маленькие. Да. А здесь не потеряйте. Не потеряйте. Так. Еще. И еще. Придется выращивать наши кристаллы. Да, кристаллы. Маша, пока хочешь спать. Спать, Маша? Да. Ну, пусть. Маша набегалась, напрыгалась. Да, Маша. Теперь хочет спать. Последний пакетик. Они еще прыгучие. Еще прыгучие? Да. Последний пакетик. Посмотрим, что у нас получится. Очень интересно на самом деле, потому что здесь написано сколько? 8 часов. А когда мы открывали на маленьких упаковочках, уже написано 4 часа. Ну, посмотрим, что получится и через 4 часа, и что получится через 8 часов. Наши животные мы выращивали 3 дня, поэтому 4 или 8 часов для нас уже не страшно. И что, водичку? Теперь будем водичку наливать. Маша. Маша проснулась, Маша будет смотреть, да? Смотрите, какая они под водой. Они как удивосы, да? Сразу увеличиваются, да? Да. А какая-нибудь пакетик, они такие маленькие были, да? Конечно. Готово. Теперь будем ждать. Да, вот такие наши. Посмотрим, что у нас получится через несколько часов. Да, вот такие они.
Или Маша пока поиграет, пока наши кристаллы будут расти. Начали немножко увеличивать. Смотрите, а здесь как цветочки. Да. Один цветочек у нас. Один цветочек. Ой. Ну, положи, посмотрим, как он увеличится в размерах. Давай пока скажем ребятам пока. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите, малая видео. Пока-пока. Мы скоро снова увидимся. Да.